Всем привет, с вами снова Филранес, мы снова в StarCraft 2, продолжаем проходить кампанию. Так, мы с вами подбираемся потихоньку к концу, к чару. Но у нас тут еще какое-то задание. Командир, наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получив его, мы сможем отправиться на чар и вступить в последний бой с Керриган. Удачи, мистер Рейнер. Я чувствую, она вам понадобится. Мои друзья из фонда Мёбиус отследили местонахождение последней части артефакта. Она находится на древнем заброшенном корабле в квадранте Сигма. Далековато от торных путей, сынок. Артефакт находится тут. На корабле установлено несколько генераторов агрессивного поля, способного расщепить любую материю в считанные секунды. К счастью, наши новые крейсеры класса Минотавр смогут достаточно долго продержаться в поле, чтобы уничтожить генераторы. Что еще нам нужно знать? Сканирование местности выявило присутствие на корабле значительных сил Талдаримов. Это нам не по зубам, Джимми. Гравитонные поля! Я на самоубийство не подписывался. Давай заберем кредиты и сделаем ноги. Что, Тайкус, штанишки подмочил? Я из-за тебя 9 лет мотал срок. И не собираюсь положить остаток жизни на спасение твоей принцесски. Не забывай, что за тобой должок, партнер. Не такой, чтобы сейчас все бросить. Свободен. Можешь пересидеть этот бой в тихом уголке, партнер. Вот и славненько. Ты знаешь, где меня искать. Адъютант, приготовь корабль к прыжку. Пора покончить с этим. Что-то у нас все кореша потихонечку бунтуют. Лона пустоты. Уничтожьте генераторы, удалите время ремонту поврежденных, назначите новых боевых единиц. Ну, наверное, опять МММ для штурма. Крейсеры для... Внимание. Обнаружено аномальное изменение гравитации. Чтобы вот эту херню вот снести. Вот первое из гравитонных полей, о которых говорил Валериан. Крейсеры смогут продержаться в поле достаточно долго, чтобы уничтожить генератор. Но им нужно будет обстреливать его одновременно. Ясно. Ясно. Ну? Да не так уж быстро их и расщепляют. Что скажете, сэр? Попробуем быстро стащить артефакт. Чтобы пробиться через защитное поле, нам потребуется больше, чем пара крейсеров. Не торопитесь, командир. Рассчитайте все как следует. Спешка нам ни к чему. Вот и я так считаю. Что стрясло? Было бы здорово найти здесь обычные месторождения ресурсов. Но за сотни лет столкновений с астероидами осколки минералов и кристаллизовавшегося виспена разбросало по всему кораблю. Хорошо, проведем разведку и соберем все, что найдем. За дело! Да сейчас соберем, я думаю. Да, командор. Прицел готов! Не торопись. Приказ понял. Готов. Так. Пристройка завершена. Чё, ну еще крейсер хватает? Хватает. Даже ну вот этих хватает. Так, ну у нас же... у нас техника еще и сама себя чинит. Ну? Ну вот этого братишку надо, мне кажется... Кого подлатать? Вручную. Сам он долго будет.
Доктора вызывали? Так, а еще, наверное, арсенал надо будет замутить. Оставим их интеллектом. Ну-ка. Будет сделано. Здесь не так уж и много ресурсов. Но есть вторая хата, я смотрю, да? Точняк. Выполняю. Оп. Превосходно. Давно так, интересно, нас отсюда вышибать-то будут? Режим готов. Приказ получен. Отлично. Так, домой. Есть работенка. Не том. Эй. Так, строим это. Тебя сюда. Арсенал. Требуются дополнительные хранилища. Ну, сейчас пускай четвертый вылезет, ладно. Требуются дополнительные хранилища. Флот вызывали? Ладно. Курс справа. Покинуть корабль. ТСМ готов. Чего вы паникуете-то? Так, я так понимаю, что сюда, если и будет что-то прилетать, то какой-то десант, да? Доктора вызывали? Окей. Это тоже поставим. ТСМ готов. Хотя, ну, да, нет, конечно. Хотим минералы добывать. Давай, строй. Покинуть корабль. Вот они. Прилетели. Да. Это десант. Уже в пути. Эскадрилья за мной. Крейсеры, активируйте пушки Ямато. Пара выстрелов по цели нет. Кому навешать? Мы и так, в принципе, хорошо сжигаем. Не-не-не, полетели, полечимся. Спешка, как нам сказал Валерия, нам ни к чему. Так, качаем это, качаем это. Ну и вот так. Давай! Месторождение минералов выработано. Угу. Понял. Так. Опишите. Медиков назад. Выкладывай. Тебя сюда на ремонт. Так, это у нас вооружение, это обшивочка. ТСМ готов. Ложись. Не торопись. Крейсер. Бегом, марш! Я думаю, надо вот это построить еще. Хотя бы одну штучку. Месторождение минералов выработано. Ну вот да. Есть работенка. Месторождение минералов. Здесь база-то побогаче. Два виспенчика. Доктора вызывали. Все как надо. Вот эту хуйню снести. Время действовать. Правда, дальше нас уже, наверное, почаще будут атаковать. Приказы будут! Ну-ка, давай штук соберем. Высылайте подмогу! Заебись. Вот я почему-то подумал, думаю, бля, давненько не нападали, сейчас только пойду и мне кто-нибудь пронесет лицо. Точно. Месторождение минералов выработано. Так. Чего пугаешь? Кому навешать? Мы теряем. Давай, удиви меня. Месторождение минералов выработано. Грустно. Улучшение
Завершено. Ну ладно, одним попользуемся. Флот вызывали? Бегом, марш! Приказы будут? Так, а доп. Задачи здесь нет, что ли? Будет сделано! На связи. Так, ну в принципе 5 крейсеров, ресурсы думаю, сейчас прочистим. Истощены. В непосредственной близости от базы обнаружен дополнительный источник минералов. Спасибо. Трудовым подвигом готово. Есть. Будет сделано. Уже в пути. Ладно. Вперед. Есть, сэр. Что такое? Отходим, отходим. Еще крейсер. Вызывали? Эскадрилья. Энтару Тасадар, друг Морейн. Талдари мы заключили под стражу всех, кто осмелился противостоять им. Освободи нас, и мы с радостью встанем на твою сторону. Угу. А вот и доп. Задача. Так. Ремонтная бригада. Месторождение минералов выработано. Не торопись. Есть! Здесь, кстати, ресурсов много. Так, давайте на Ctrl 6 зайдем. Полетело говно. Я уже заждался. А точно! Куда она? А, вот она. Завершено. Месторождение минералов выработано. Покинуть корабль! База атакована. Чини. Так, база атакована. Уели, что ли? Так, потихонечку, аккуратненько, все-таки пар днем сейчас. Так, полетели. Полетели. Флот вызывали? На связи. Поехали. Скорую помощь вызывали? Так, турбодвижков у тебя нету, да? Жаль, жаль. Что стряслось? Так, сидите здесь, ждите следующий. Тут, в принципе, ну? Нас крейсеры прикрывают. Плюс, я думаю, надо вот это говно снести. Есть! Где этот? Курс проложен. Покинуть корабль. Летим, летим, уже летим. В пути. Нахер отсюда. Будет сделано. Приказ. Неужто? Ремонт. Так, где транспортник? Да, командир. Неужто? Садись, прокачу.
Понимаю. Вот этих, конечно, можно было бы улучшение посадить. Завершено. Так, без пена нет. Есть, ну, что сейчас будет? База атакована. Чё-то не ремонтишь, что ли? Ну? Без пен нет. Видимо, да. Кстати, нормально, хватит. Но довольно долго. Сейчас все здесь весь пен соберем, вообще будет красота. Опять этот черт полетел. Не молчи. Я уже сейчас там ПВО накинуть. Что теперь? Дважды можно не повторять. Ваша здесь остановка. Здесь несколько штук так пил-пил. Я думаю, будет хорошо. Давай превратим тебя в планетарку еще параллельно. Вооружен я. Куда летим? Приказы будут. Задавим их интеллектом. Кому навешать? Скорую помощь вызывали? Опишите характер. Провожающие, покиньте салон. А вот потом. Пристройка завершена. Выкладывай. А, мне еще и лишние что остались. Что не дождусь? Что стряслось? Понял. Так, ты тоже взлетай давай сюда. Что происходит? Давай, удиви меня. Что стряслось? Так, а этого Буда у нас на кого действует? Только на зергов. Есть, сэр. Водишь ты. Пути! Здесь нельзя строить! Превосходно! А, зато бегать можно, понял. Что такое? Так. На связи? Хаев. Недостаточно веспена. Еще крейсеры. Провожающие, покиньте салон. Так, вы сюда. А, чего, так, значит, да. А, делай три хранилки. Ну да, конечно. Так скажешь. Дальше ПВОшки. Понял. Дальше еще хранилки. Все, тебе есть чем заняться. Здесь строит. Приказы будут! Отряд есть. Единственное, что... Сюда еще залетим. Сейчас все виспена повернем. Будет вообще красота. Мы теряем время. Я думаю, сейчас можно активненько пойти. Приступим. И пушить. Вижу все. И что теперь? Ой, а здесь еще и минералы. Вообще хорошо. Так, ну все, чеши сюда. Крейсер. О, отлично, сейчас седьмой крейсер еще вылезет. И пойдем. Кому навешать? Десер! На связи. Так, что под крейсеры? Обшивка. Это. Флот вызывали? Давайте этим 2-2-2 сделаем. Да, командир. А, даже сразу два этих вылезло. Вообще шикардос. Вперед! Курс проложен. Да, командир.
Эскадрилья! Давай, раз. Два. Уходим. А вот и хранилище. Артефакт уже почти у нас в руках. Молитесь своим богам. Пиздец. Вандалы. Сейчас вы ответите за свои грехи. С этим кораблем не так просто справиться, сэр. Судя по показаниям приборов, он может маскировать дружественные боевые единицы и на некоторое время телепортировать противников под пространство. Хуёво. Так. Я понял, зря я тебя в пилонитарку превратил. Месторождение минералов выработано. Так, чеши сюда. Будь ремонтником моим. Я понял. Есть работенка. Блять. Где самолет? Жду не дождусь. Иди сюда. Спасай. Куда сай? Что такое? Дарки. Благодарим тебя, Джеймс Рейнер. Талдаримы заплатят за свое предательство. А вот интересно, вот их расщепляет, нет? Нет, ой, ну, похуй. Какова твоя отлично. Это хорошо. Всех починил. Тьма плетет свои узоры. Ой-о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 й. Все, пиздец. Что, не ожидал? Я вас полетели, нихуя. Интересно. Улучшение завершено. Как котят. Но минус наш работяга. Что я так. Вызывали? Прочистим здесь. Вы сюда пробегите, заберите. Так. Накажем вас. Скорую помощь вызывали? Что происходит? Вызывали. Я думаю, на турельки нам особо тратиться не надо. Ну, да, конечно. У нас, по-моему, и так уже ничто не пролетит. Будет сделано. Есть, сэр. Еду. Строй. Заказываем грейдики. Жакул и на. Во имя пустоты. Мы присоединимся к охоте на Талдарима. А, во. Найс. На связи. А, живой. Я думал, уже упиздюли все. Как угодно. На ремонт. Так, вы будете у нас... Месторождение минералов выработано. Ctrl-1. Нас берут Ctrl-2. На дар. Интересно. Девки пляшут. Флот вызывали? Окружай его. Тут.
решились? Полегче. Нет, клинок Шакураса. Я всего лишь. Клинок Шакураса. Это Буда все равно там продолжает работать. Улучшение завершено. Так, окей. Еще три крейсера. Вызывали? И еще два, даже четыре закажем. Месторождение минералов выработано. Так, это грустно. Но зато у нас будет большая ремонтная база. Улучшение завершено. А? И ты сюда чеши, где-то там. Точняк. Угу, я понял. Будет сделано. Сука. Вот. Не торопись. Приказ, так, понял? Полетели сначала, ёбнем, который здесь. Ходим. А? Так, вас страх — это иллюзия. Ну? Жаку. Так, флот вызывали. Чё там? Третий грейдик делается. Здесь всё хорошо. Накинем ещё вас. И я думаю... Ладно, пока ничего не будем. Я думаю, мне вот так должно хватать. Плюс сейчас еще там сколько? Два выедет. Оставим лучше ресурсы на ремонт. Да. Буду оставлять ресурсы на ремонт. Будет сделано. Уже в пути. Как угодно. Так, ремонт. Что происходит? На связи. В принципе, тут еще минералы есть. Я думаю, сейчас еще тут что-нибудь ковырнем. Давайте пока вами побегаем, посмотрим. Пособираем. Месторождение минералов выработано. В принципе, тут освободим, там освободим. Этих, я думаю, мы сейчас можем подрезать сами. Ага. Спасти узников. Интересно. Ну? Да, командир? А? Да. Покинуть корабль?
тоже 3-3. 15 крейсеров, так, ну, не совсем уж быстро сносит их. А вас можно превращать? Что я должен? Ну ладно. Неужто? В принципе, вы мне и невидимками нравитесь. Как угодно. Распидорасти его просто в никуда, давай. Изи. Пизи. А, ну там 3-3 уже. И здесь сейчас третий грейд пройдет. Вообще хорошо. Так, виспенчик качаем, минеральчики еще там пока выриваются. Нормально. Один почти что потеряли, но ничего, сейчас восстановится. Они вон уже половину починили. Да, очень быстро. Уже в пути. Работенка. Так, вас сюда. Сумрак согревает вас сюда. Меня. Думаю, надо вот до сюда добежать. Интересно. Нас беру. Даже не серьезно. Умно. Так, здесь же нету фотонок. Покинуть корабль? Нету, но здесь есть этот корабль ссаный. Yes. Надо его быстрее взрывать, наверное. Клинок Шанхуса. Слушай. Хатум. Умно. Да, маскирует реально. Ну-ка. На связи. Добейте его, блядь. За дело. Жалкие безумцы. Моя душа возвращается к зелнам. Чё мне молнии без ваших? Ладно. Ну, лучше починимся. Страх — это иллюзия. Чё ты меня тут сжигаешь, что? А, все, у него бронька восстановилась. Интересно. Так, тут фотонки. Фотонки — это грустно. Давай мы тут это отрубим. Все, не досвидули. Всего лишь видение. Не торопись. Где-то Дарт Вейдер дышит. Вопрос, а здесь же фотонок нету, да? Настало время битвы. Во имя. Вызывали?
Настало время... Покинуть корабль! Как тут оказались? Эскадрилья! Наши КСМ атакованы. Приказ понял. Будет сделано. За дело! Выкладывай! На связи! Что такое? Назмиру Унадар. Так. Остался последний, и, скорее всего, там не фотонок ничего. Сейчас его вот этими ребятками снесем, и красота. Этими зачистим тут. Вызывали? Получим все в эти улучшения, все задачки. Не торопись. Время битвы. Окей, получилось. Не зря ты известен как освободитель, друг мой Рейнар. Ну чё, ребятки, погнали! Курс проложен. Настало время битвы. Дурак. Уже в пути. Есть! Да, командор! На изях! Приказ понял. Дело сделано. Забираем артефакт и летим на встречу с Валерианом. Выполните задание на уровень сложности ветерана, не понеся потерь от гравитонного поля. А я что, понес от него потери сейчас? По-моему, нет. Ни одного крейсера не потерял. Наверное, этих засчитали. Да. Точно. Засчитали то, что у меня Челикс умер. Дарк. Если бы Дарков там не проюзал, то и все было хорошо. Песня клевая. Вы что, не видите? Рейнар нас продал. Нам нужно драться с Доминионом, а не работать на него. Не кипятитесь. Мы доверяли командиру раньше. Должны доверять и сейчас. Как можно доверять этому алкоголику? Джим Рейнер бесхребетный трус. Ты только тем и занят, что отравляешь всем жизнь. Да что ты говоришь? Ничтожество. Доверять можно только себе. И чем раньше вы это поймете... Ну все, довольно. Ты водишь всех за нас, да, Джимми? А при первой опасности ноги в руки и бежать. Это так похоже на тебя, да? Вспомни меня и их, твою ненаглядную подружку. Сука, Магнитову не трогай. Не делай того, о чем потом пожалеешь.
думаете, что он прав? Что я от вас сбегу? По твоей воле мы работаем на Доминион, командир. А сейчас мы летим на Чар? Тебя словно подменили. Доминион тут ни при чем. Наша миссия — спасать людей. Если зерги всех сожрут, значит, все было зря. Поэтому я возвращаюсь на Чар. Со мной вы или нет, решайте сами. Так было всегда. Вот это слова настоящего командира. Довольны? Теперь за работу, ребята. Надеюсь, этот разговор больше не повторится. И почини мой чертов проигрыватель. Помогите. Кто-нибудь. Мостик Гипериона на следующий день. Ну, как тут у вас дела, шеф? Гораздо лучше. Командир-то снова у руля? Ты наш новый друг, прекрасный принц, порадовал меня чертежами улучшенных крейсеров. Я уже провел несколько интересных модификаций. Обязательно посмотрю. Там, куда мы направляемся, нам понадобится вся огневая мощь. Вот крейсеры, я думаю, наверное, загрейдить стоит, да. Может быть, в финале помогут. Чё тут? Ракетный модуль наносит значительный урон всем воздушным целям выбранной области. Защитная матрица. Он гружает крейсер. Вообще кайф. Давай. Те. Да. Да, деньги нужны. Но деньги, по идее, у нас должны быть. Правильно? Вот здесь. 802. Жух. Срайковник. Каев. Так, мне же больше ничего не понадобится, я думаю. КСМ-ки не нужны, пехоту, которая мне нужна, в основном я загрейдил. Ну, не знаю насчет огнеметчиков еще. Вот это вот. Так, эти мне особо не нужны, аспидами не пользуюсь. Торов тоже, наверное, строить не планирую в конце. Я, наверное, избавлюсь от нидусов, но мне тогда надо будет бить воздух. Сколько стоит 140? Берем сейчас вот это, потом еще огнеметчиком огонечек. Я думаю, будет красота. Так, с Хорнером поговорим в самом конце. С вами Донни Вермиллион. В прямом эфире из студии UNN на Кархале. Тревожное известие. Пропал наследный принц Валериан. Да, Донни. Он должен был выступить на презентации нового крейсера Белой Звезды. Но церемонию пришлось провести без принца, поскольку он таинственным образом исчез. Правительственные источники отказались прокомментировать происходящее. Как бы там ни было, мы надеемся, что с принцем все в порядке. О, да. Ваш мальчонка в полном порядке. Пока что. С головой только не дружит. Кстати, а у тебя мои что-то? Ребята всегда готовы Локи? Помочь. За хорошие деньги. Да, вот, возмездие Джексона. Ну, мне он не особо сильно нравится, поэтому нахрен он нужен. Ты готов рассказать мне, что с тобой последнее время творится? Последние несколько недель, когда я помогал тебе со всеми этими разборками, я наконец почувствовал вкус свободы. Но все это катится к черту, когда ты вдруг начинаешь строить из себя героя,
и впрягаешься в то, на что лично мне плевать. Тогда к чему были все эти разговоры о помощи человечеству? Чем ближе мы подбираемся к этой твоей королеве клинков... В общем, дела не всегда идут так, как нам хочется, Джимми. Ты мне нужен для этого задания, Тайкус. Доверься мне. Ради нашей старой дружбы. Ладно. Ладно, я с тобой. Молодчина. Как в старые времена. Да-да. Все еще против нашего союза с Валерианом? Мэнг стал безжалостным тираном. Но это не значит, что сын пойдет по его стопам. Я прошел с вами через огонь и воду, сэр. И сейчас я не оставлю вас. Рад слышать. Этот союз продлится недолго. До тех пор, пока мы не достигнем цели. И, кстати, хорошо вы отделали Тайкуса. Он уже давно напрашивался. Так, что у нас там по заданиям? Чар. Командир, все готово к последней операции. Наступлению на главный улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Значит, сражение уже сможет выкинуть все шансы на выполнение заданий на других планетах. Уверена? Да. Высокая орбита Чара. Чар. Если бы ад существовал, он был бы здесь. Океаны огня, тектонические штормы и атмосфера, сжигающая человека заживо. Но мы все предусмотрели. Поведение зергов нельзя предусмотреть, генерал. Они не впишутся в ваш стройный план. Я возглавлял 5 операций против Роя. Мы держали фронт, пока ты и твои дружки-террористы отсиживались в укромном уголке. Нам всем известно о ваших победах, генерал. Я пригласил командира Рейнера помочь нам с непредвиденными обстоятельствами. Похоже, ты уже все распланировал, малыш. Я слишком много вложил в это дело, чтобы рисковать. Кстати, следующий этап вам особенно понравится. Валерия, мне только что сообщили, что ты взял половину флота. Не изволишь объясниться? Отец, я совершу то, что тебе так и не удалось. Сегодня я держу верх над королевой клинков и установлю мир во всем Доминионе. Тогда люди увидят, что я твой достойный преемник. Ты очень смышленный, сынок, но не прыгай выше головы. С чего ты взял, что у тебя хватит опыта? Он не один, Арктур. Рейнер. Не знаю, на какой помойке сын тебя раскопал, но думаю, даже тебе ясно, что эту двуличную тварь уже не спасти, как и тебя. Это мы еще посмотрим. А когда все закончится, нам с тобой будет о чем побеседовать. О большем я и не мечтал. Ты ведешь опасную игру, сынок. Принц Валериан, приближается волна зергов. Как уже? Всем покинуть мостик. Мне предстоит битва. Увидимся внизу, парни. Поддержка! Немедленно! Черт!
Говорил я им, что идти напролом бесполезно. Она просто играет с нами, как кошка с мышкой. Зато мы еще живы. Правда, отряды, которым удалось высадиться на поверхность планеты, разбросаны далеко друг от друга. Думаете, смерть худшее, что может случиться с вами? Скоро вы все станете частью Роя. И будете служить мне. Мозги запудрить пытается. Не поддавайся, старик. Если мы хотим выполнить задачу, то надо собрать как можно больше выживших. Командир, отряды Доминиона продолжают высадку. Но все они сильно потрепаны и сразу попадают в окружение. Хорошо. Идем спасать их поджаренные задницы. Нужно сколотить отряд, способный к сопротивлению. Иначе Терриган нас в порошок сотрет. Я вот, кстати, не помню, здесь, по-моему, без хаты. Задание «Врата Ада». Следующее задание, по-моему, на выбор. Это уже, наверное, точно следующая серия. А, нет, с хатой. Что происходит? Я уже заждался. Командир, тактический анализ показывает, что зерги значительно превосходят численностью ваш отряд. Мэтт, докладывай мне обо всех десантных капсулах, которые прибывают к ночам. Если мы доберемся до них быстрее зергов и спасем солдат, то у нас будет шанс прорваться. Режим готов. Вооружен и опасен. Давай, удиви меня. Сэр. Одна из капсул приземлится через несколько секунд рядом с вашим текущим местоположением. Чего пугаешь? Здорово. Хорошо, выдвигаемся. Мы должны найти их, прежде чем это сделают зерги. Так. ЭСМ готов. Оставь здесь пенку. Задавим их интеллектом. Отлично! Конечно! Еще бы! Режим готов! Сочняк! Как скажешь! Рейдеры Рейнера! Рады вас видеть, парни! А где генерал Ворфилд? Я беру командование на себя. Присоединяйтесь к нам, будем искать вашего генерала. Так точно, сэр! Так. Очень мило с твоей стороны дать им надежду, Джим. Ну давай. Отмена, приведи отмена, их прямо отмена, ко мне, отмена, отмена, отмена. Как барашков на бойню. Барашки. Не слушайте ее. Так. Не отвлекайтесь, раз. И мы выберемся отсюда живыми. Ставь два. Недостаточно минералов. Приказы будут! Вооружение! СМ готов! Еще бы вот эти танки поставить, было бы шикарно вообще. Так, нет, сначала на броню. Сэр, я обнаружил недалеко от вас десантную капсулу. Что не дождусь? Доктора вызывали? Круто! Так точно, сэр! Не дождусь! База атакована. Вперед! Да он заебеть. Как только я отхожу с базы, он тут как. Так, хорошо. Добычу. Выкладывай. Давай же с этой стороны ПВО поставим. Огоньку. Так. Кого спалить?
Хватит так. Так. Приказы, давай сюда. Давай, удиви меня. Давай сюда. Вооружен я. Потом еще танки накинем, когда появится. Вижу все по-взрослому. Так, новая капсула. Передаю координаты ближайшей десантной капсулы. Давай, удиви меня! Вас понял! Улучшение завершено. Отправьте этот завод на базу и начинайте производство. Приказы будут? Хотя не медиков достаточно, еще одного добавим. Так, ты давай сюда чеши. Что теперь задумал? Дорога, чего нужно? Брось дороги! Легко. Ну чё там, сэр? Сэр. Да, еду. Да, ну чё там, сэр? Давай, удиви меня! Рекорд, пацан, я уже... Так, танков нет. Да. А, вот это, в принципе, что-то, да. Так, пехоту надо больше штамповать. Время действовать. Именно обычную. Ну чё там, сэр? Я уже заждался. Ну что там дальше-то пока непонятно куда. Тут еще сэр, ресурсы были. Еще одна капсула идет на посадку рядом с базой. Ух, и здесь. Скорость дороги! Хорошо. Да, грейдики делаются помаленьку. Почему бы и нет? Так точно, сэр! О, два танка, конец. Превосходно. Я уже заждался. Что на новенького? Улучшение так. Завершено. Окей, призовем этих. Призовем этих. Разобраться с этими червями Нидуса. Гости пожаловали. Что ж? Так, танк сюда. Теперь нам нужно собрать все силы танк сюда. И попытаться спасти Ворфилда. Эти забираем Ворфилду с тобой. Недолго осталось. Мои питомцы уже идут так. За ним и его людьми. Так. Вы ничего не сможете сделать. На ремонт. Что-то ты разговорилась, Керриган. Нервишки шалят. Вооружен и опасен. Так, а это наша ударная пачечка будет. Надеюсь, справится.
еще отсюда, ребят, можно прорвать. База союзников атакована. Сэр, в вашем секторе замечена еще одна капсула. Складывай! Вооружен и опасен! Бегом, марш! Хороший, но мы идем будет сюда. Рисуем готов. База союзников атакована. Брось дороги! Что за спешка? Кому навешать? База союзников атакована. Бегом, марш! База союзников атакована. Отходим, 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 отходим. Войска союзников, база атакована. База союзников атакована. Так. Здесь уже им ничто, наверное, не поможет. База союзников атакована. База союзников атакована. Давно бы! База союзников атакована. Эй, лука! Хочу! Доктора вызывали? Тут весело. Мне кажется, на самолете. Ах, блядь, здесь повода база хрена. База союзников атакована. Так, сюда достаете или достаете? Завершено. Доктора вызывали? База союзников атакована. Очередная капсула заходит на посадку. Бля, чё они с этой стороны? Нам допка все капсулы забрать на уровне сложности атакован. Ветеран. База. Враги. Так, выдвигаем танки. Вооружен и опасен. База союзников атакована. Уже другом враги. База атакована. Посылайте подмогу! База союзников атакована. Печалька. Войска союзников атакованы. Сколько можно сидеть здесь дело? Так, контрол 6. Зря вы сюда пришли. Починим танки. Хотя они вроде сами неплохо устанавливаются, ну ладно. Высылайте мешки для трупов. Месторождение минералов, база союзников. Ой! Атакована. Ой-ой-ой! Приказ получен! Беги! Давай, удиви меня! Я уже зажрался! Всем парад! Положить на меня! Сэр, приборы фиксируют множество десантных капсул, которые входят в атмосферу. Боюсь, у вас не хватит времени, чтобы спасти всех доминионцев. Вокруг слишком много зергов. Проклятие. Сделаем, что сможем. Но добраться до всех и правда не получится. Отдавим их интересам. База союзников атакована. Еще бы. Окей. База союзников, база атакована. Кем? Кому навешать? База союзников атакована. Короче, ребятки, ускоряемся. База союзников, база атакована. Сейчас мне будет больно. Кому навешать? База союзников атакована. Да, здесь этих матерей стаи. Высылайте подмогу! Хочу туда стрелять! База союзников атакована.
Войска союзников атакованы. База союзников атакована. База атакована. Да кем, блядь? Месторождение минералов выработано. База союзников атакована. Уже больно. Я уже зажрался. А точно. База союзников атакована. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Сэр, приближается новая группа десантных капсул. Но будет слишком опасно пытаться спасти всех. Бля, два крейсера. База союзников, пристройка завершена. Командир, ладно. Последние отряды Доминиона высадились на Чар. Теперь помощи ждать неоткуда. Вот такую помощь, блять, лучше бы и не присылали. Можно сидеть? Вооружен я. Говори громче! Кто такой? База союзников атакована. Давай, удиви меня! Так, вон. Всем порадуй! Да? База атакована. Может, поможешь мне? У нас танк. База союзников атакована. Приказ получен! База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. База союзников атакована. Танк, руль, давай, решай. Там тот же жив. Все. Джи-джи. Вот его корабль. Если нам повезло, то старик Ворфилд еще жив. Спасите экипаж 10 демонстрантных капсул. Да, ну это, короче, надо хер забиваем на Ворфилда, и чисто надо это... Эти капсулы спасать. Чёрт! Вам нужна помощь? Мы прибыли, как только смогли. Ну, генерал, отдохнули и хватит. Ах ты ловкий сукин сын. Ха-ха. Ты последний, кого я ожидал здесь увидеть. Простите, что прерываю, но местные все никак не успокоятся. Спасибо, что спасли. Но надеюсь, вы тут не одни. Генерал, у меня всегда найдется туз в рукаве. Генерал!
Может, ты не чертов пират, Рейнер, но сегодня ты спас моих ребят. И я этого не забуду. Это было не так уж и сложно. Ну, как сказать, полхаты нам разворотили. И почти весь отряд сдох. Спасательный. Так, ну по заданиям на сегодня все. Денег нам, наверное, уже никто не даст. Давайте потрещим со всеми. Оружие к бою, Джимми! И будет. Этих уродов тут целая туча. Это величайшее сафари в галактике. Не хочу обламывать тебя, Тайкус, но нам пора двигать в район главного улья. Не лучший план, старик. Они прут из воздуха, из-под земли. При таком раскладе мы никуда не двинем. Умеешь поддержать, Тайкус. Как самочувствие, генерал? Чертов яд. Велел медикам ампутировать руку, чтобы скорее вернуться на фронт. Только вот никак не приду в форму. Решил передать командование тебе. Я все понимаю. Трудно вам. Трудно? Эх, сынок, это все цветочки по сравнению с тем, что тебя ждет. Чтобы добраться до главного улья, тебе придется выбрать между атакой наземных или воздушных сил. Времени на все не хватит. Не волнуйтесь, генерал. С зергами я справлюсь. А вы давайте-ка отправляйтесь на корабль и лечитесь. Это приказ. Так, задания нам не нужны, денег нам никто не дает. В эфире Кейт Локвилл на канале UNN. Ошеломляющая новость. Зерги отходят на Чар. Пока что они не собираются покидать завоеванные миры, но большая часть пришельцев уже направилась к огненной планете. Что это может значить, Кейт? Пока неизвестно, Донни. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Зато мне известно. Ничего хорошего. Так, ну да. Огнеметчики, походу, у нас с голой жопкой. Здесь тоже ничего, денег не дают. Нигде ничего, ни с кем не потрещать. В общем, с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.